Здравствуйте. Так у нас двигается дело. Получился у нас такой штурвальчик. Еще до края немножко вот так, еще немножко доплету. Но тут смотрите, у меня шла красная лоза. Сейчас я вставлю желтую. Завершили мы работу над таким донышком. Получается у нас вот такое дно. И взяли веточки дальше, прямые. 12 веточек светлых и 12 веточек темных. Сейчас буду вставлять сюда веточки. Вот, в каждую палочку, где каждая палочка, я вставляю две веточки. Одну вставляю темную. Они очень легко вставляются, как можно глубже. А другую вставляю с обратной стороны палочки светлую. Дальше берем две веточки. Вот так. И вместе их под веточку. Под низ. И потихонечку так сгибаем. Сгибаем на такое расстояние, которое нам интересно. Если мы хотим большое сделать, делаем такое расстояние. Я делаю, я говорю, вот такой небольшой. Мне нужен небольшой сейчас. Вот. И так между веточек туда-сюда проплетаю. Вот. Получается вот так вот. Ну что ж, закончили мы. А теперь возьмем, пообрезаем с обратной стороны все веточки, вот которые. Это самая интересная работа, обрезать лишнее. Всем хорошего настроения и до новых встреч!